Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 81-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке я вам хочу показать виджет, который позволяет вам выбрать любой текст, и этот текст будет сменяться один за другим через заданное количество времени. Вот сейчас вы видите здесь примерно, как это можно применить. Хотите изучить Adobe Muse? Тогда вам сюда и адрес сайта. Можно в виджете разместить до 8 вот таких вот текстовых областей. И есть еще один эффект смены текста, выцветания, то есть он просто проявляется. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на страницу. И давайте рассмотрим настройки. В общем, можно разместить до 8 текстовых полей. Вот здесь ниже их видно, да? То есть вот здесь вы просто стираете и пишете что-то свое. Если вам нужно меньше, чем 8 полей, вы снимаете галочки. В принципе, по умолчанию включены 4 поля. То есть 5-е поле, видите, оно не активно. Чтобы его активизировать, да, нужно здесь поставить галочку, и тогда 5-е поле будет активно. И так далее. Так, с полями понятно, да? Вы просто меняете текст на свой. Соответственно, тикет первый будет появляться первым. Первым текстом, а потом всплывает за ним текст номер 2. Давайте перейдем к настройкам. Ticket Name. Здесь просто любое название вашего виджета. Можно оставить по умолчанию. А второе поле – это эффект. Давайте посмотрим, как выглядит эффект номер 2. Дальше Speed в миллисекундах. Здесь можете увеличить или уменьшить именно смену текста. Скорость смены текста. И вот это поле – это расстояние между буквами. Вот и все настройки. Давайте наш текст поместим посередине. Как сменить цвет, размер и шрифт вашему тексту? Выделяете ваш виджет. В Muse выбираете инструмент текст и преспокойненько меняете цвет. Меняете размер. И меняете шрифт. И вот как бы все меняется без проблем. И видите, эффект здесь теперь проявление, да? То есть либо выезжает снизу, либо так проявляется, как вам больше нравится, можно использовать. Данный виджет можете скачать на моем сайте, ссылочка под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!